До наступления стабильной положительной среднесуточной температуры и полноценного обновления самарских дорог в городе продолжается аварийно-ямочный ремонт. Условия благоприятные, поэтому профильные службы трудятся активнее. Сейчас в Самаре задействуют 4 установки для укладки литого асфальтобетона. Весь процесс не вызывает трудностей, отмечают специалисты. Вначале, исходя из ГОСТов, оценивают величину разрушения дорожного покрытия. Затем рабочие обрезают ямы по краям, придают правильную геометрическую форму. После участок прометают и продувают, чтобы убрать мусор, а также обязательно просушивают. Уже после укладывают литую асфальтобетонную смесь. Для того, чтобы она застыла, требуется в среднем 2 часа. Главное, чтобы сразу после восстановления покрытия по обновленному участку дороги не проезжали автомобили. Конусами ограждаем, чтобы машины не наезжали. Потому что по горячему, когда они наезжают, они выдавливают ямы. Поэтому приходится ограждать конусами, знаками. Бригады охватывают все районы города. Особое внимание сейчас уделяют поселку Зубчининовка. Значительный объем задач выполнили в Куйбышевском районе. Улица Уральская, главная, шоссейная. Меньше всего разрушений зафиксировали в Самарском районе, но и здесь организован поддерживающий ремонт дорог. В настоящий момент из запланированных 9500 квадратных метров сделано 5380. Работы сейчас идут практически круглосуточно, с учетом перерывов на период выпадения осадков. Но ближайшие дни осадки не обещают, поэтому эта погода позволяет нарастить темпы по ремонту асфальта. Аварийно-ямочный ремонт позволяет точечно восстановить дорожное покрытие после зимы. Начиная с 16 февраля в Самаре отработали и участки, о которых сообщали жители, в том числе в соцсетях. Улицы Пензенскую, Дачную, Коммунистическую, Солнечную и другие. Сегодня специалисты дорожного хозяйства трудились на улице Клинической. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.